Вы перешли на следующий этап управления. Упорный труд, кардинальное улучшение. Пела, похоже, ищет вас в главном зале. А что, это продолжение какое-то есть? Стоп, ребята, у нас будет очень долгое видео, по сути по всему, нечто. Эрис сказала мне, что ты так хорошо управляешь музеем, будто делаешь это уже много лет. Я впечатлена. Но раньше, чтобы не выходить за рамки бюджета, мы планировали открыть только экстерьер главного зала. А теперь дела пошли в гору, и я думаю, что пора открыть для посетителей его внутреннюю экспозицию. Давай постараемся, нечто. Надеюсь, что с твоей помощью восстановление музея будет идти еще лучше. Поговори с Эрис, она расскажет тебе, как управлять несколькими экспозициями одновременно. Ты справишься. Главный зал, интерьер. Получено фондов 15 000. Так, начать управление. О, погодите, временные награды. А, улучшить экстерьер главного зала до 6. Вот оно, и тут еще дополнительно можно получить. А, обалдеть. Интерьер главного зала. Да, улучшить интерьер. Результаты управления номер 2. А, это сейчас у нас идет. И у нас еще дополнительно достигнет 4 дополнительных целей. Это у нас... Я не знаю, короче, здесь нужно все... И здесь у нас награда, упорный труд. Да ё-моё, что творится? 9-й день управления. Мы, кстати, продолжаем. Ага. Так, открыт новый зал, ребят. Зал еще закрыт, понятно. Понял, что, теперь мы тоже кого-нибудь сюда можем поставить? Ну, давайте хотя бы здесь улучшение можно сделать на 7000. 17 000! А есть ли смысл? Давайте с этим залом пока поиграем, потому что здесь у нас есть... И вот этого надо нанять. Я его просто найму, пусть будет, я уверен, что он понадобится. Ух ты. Так, приглашенные смотрители. У нас, к сожалению, никак не могут новые ребята подойти к нам. К сожалению. Тут столько наград, что фиг поймешь, что здесь надо делать, чтобы получить все. А, мы можем... А, нет, подождите. Главный зал у нас вот эти ребята. А мы можем их тоже нанимать? А, место службы смотрителей, все, ясно. Давайте пока здесь заполним. Балдеж. Так. Ну, пелу-то не будем, пока вот этого поставим. Эти ребята хорошо справляются. Здесь нам тоже надо максимум сделать. Образовательная ценность у нас страдает, прям безумно страдает. Ага. Так. Так. Длительность экскурсии образовательная. Слушайте, ну, вообще, на самом деле... А, он у нас занят там, да? Так, ладно, давайте пока его сюда. Давайте с этим главным залом разберемся. Здесь все равно не хватает чего-то. Двадцатки. Так, если мы вот так вот сделаем, как у нас дела пойдут? Не очень, да? У нас проблема с центральной, да? Где мы можем... Это слишком. Слишком, наверное, да? Вот это очень... Гилберт очень хорош, кстати. Ну, вообще-то они все хороши. Ладно, здесь мы будем сейчас догонять улучшениями. Давайте сюда поставим пока Пеллу. Ну, ладно, пусть будет так хотя бы. Здесь нам уже, в принципе, ничего не страшно. Подожди, а если мы поменяем, у нас будет что-нибудь 600? S-класс. Ну, максимум мы можем получить S-класс. Найм персонала недоступен, подтвердить. И давайте, знаете что, мы можем главный зал поиграть с главным залом, потому что у нас реальные проблемы. Мы улучшим, наверное, вот этот показатель. Хотя, наверное, зря я это сделал. Что? Денег больше приносить будет, ничего страшного. И улучшаем вот эти показатели. Б-класс. Ух ты, подождите, не до конца. А, вот сейчас до конца. Все, отлично, подтвердить. Все деньги потратили. Ну, зато у нас две эски. У нас сейчас, по идее, все должно выполниться, да? Начать. Пошло дело. 2 на С. 2700 мы заработали. Но я чувствую, что теперь чем дальше, тем дороже все будет стоить. Эти денег мне не хватит. 2 из 3. На ё. Выполните 3 управления. Так, любой зал с превосходством. Ну, ладно, понятно. Что дальше у нас? Здесь все выполнено, и здесь все выполнено, смотрите. Мы можем, кстати, улучшать.
Может быть, стоит улучшить? Давайте попробуем. И с этим надо поиграть. Смотрите, не хватает. Все, нормально. Денег будет больше, я правильно понимаю? Что здесь, что здесь. О, да. Все выполнено на S. Мы выполняем новую, кстати, вот эту вот фишку. Давайте посмотрим. Выставка произвела фурор. Дети в полном восторге. 3000. Да, я так и знал. Дополнительные цели выполнены. Прекрасно. Прогресс восстановления утраченных экспонатов. Так, получен новые подсказки. Завершите миссию сбор экспонатов картин 1, чтобы получить экспонат. Получайте экспонат, чтобы собрать коллекцию. Начать миссию. Что? Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Так, как тебя зовут? Хультен. Здравствуй. Желаешь собрать пейзаж Белобога, верно? Как видишь, в главном зале недостает 3 экспонатов, все они созданы великим художником. Ныне мастер в свое время, окончивший Академию искусств Белобога, является символом школы художников, передвижников и ключевой фигурой среди дворцов этого города. Хотя Репин, и обещал завершить заказные полотна в срок. Сдается мне, он оттягивает работу до последнего момента и теперь в попыхах довершает свои творения. Может мне проведать его в студии и поторопить? Нет, там ты его точно не найдешь. Он не выносит работы в заперти и всегда пишет картины на свежем воздухе, когда условия позволяют. Дай-ка посмотреть, каких картин не хватает. Точно, видимо, придется тебе направиться в пригородные снежные поля. Если не ошибаюсь, ты там его и найдешь. Я все узнаю и сразу вернусь. Отлично, что ж, ступай. И да, возьми-ка. Мы договорились о денежном вознаграждении, это оно и есть. Если полотна готовы, сразу же с ним и расплатишься. Но учти, Репини весьма эксцентричный человек. Если он откажется от денег, не трать на него свое время. Просто оставь их себе в качестве чаевых. Ё-моё. Годите. Где его найти-то? Такая прям цепочка этих всех испытаний и заданий. Мне кажется, можно было их поделить на несколько серий, но я уже запутался, поэтому просто все в одной серии. Надеюсь, она уже будет безумно, безумно большой. Репини. Так, Репини, мелодия твоих шагов раздается эхом. Словно снежный призрак, я приходишь ко мне в глубинную зиму. Так значит, так я нечто, короче, хватит болтать. Чудное имя, рад знакомству. Кажется, мы уже встречались. Ладно, забудь, это не главное. Мое имя Репини, я погружен в создание экспоната для краеведного музея Белобога. Итак, госпожа Нечто, чем могу служить? Я хочу поговорить с тобой об искусстве. Боже, невероятно. Проделать такой путь в эту снежную даль лишь за тем, чтобы поговорить об искусстве. Очень вовремя. Я как раз закончил работу над новым пейзажем, изображающим восхитительный вид на Белобог. Я назову его «Рассветным лучом». Полотна готова, вот только мне упорно кажется, будто на нем чего-то не хватает. Быть может, так ты как личность разбираешься в искусстве, сможешь дать оценку моей работе. Расхвалить. Вы сравниваете идеально скомпонованную картину с движением небесных тел, наполняя каждое предложение бурной хвалой великому художнику. Хотя и сомневаетесь, понимается ли он, о каком движении идет речь. Спасибо за комплимент, но я хотел услышать нечто другое. Довольно, как я понимаю, старик Хультен послал тебя поторопить с заказом. Он же и подучил тебя, как говорить, верно? В таком случае перейдем к денежному вопросу, он ведь не забыл об оплате. Да, держи, сколько тебе нужно. Отлично, этой суммы хватит, забирай. Кстати, передай от меня... Художники никогда не задерживают работы без веской причины, поэтому подгонять их не стоит. На Репини в ярости уходит. Ну, хотя бы великие мастера и правда эксцентричные. Ну, извините. Кстати, можем сюда телепортироваться или как? Нет, только если сюда. Ну, вот эти, кстати, задания дополнительные, они немножко... Наверное, не в тему, потому что приходится покидать управление и... Да ё-моё, нет, я хотел зайти туда. Ну, девушка, пустите меня, у меня билет есть. Ну, мне билет не нужен, конечно. Ничего себе. Он уже в другом месте, смотрите. Добро пожаловать. Я просто хочу смотреть музей. Подождите, у меня рассветный луч какой-то есть. Быстро же ты, дай-ка взглянуть. Чудно! Отличное название. Молодец, нечто. Я уже знаю, куда ее повесить. Наконец-то. Хочу сказать, что я буду вешать ее туда. Оу, йоу, смотрите. А.
Сотрудники музея размещают экспонат в нужном месте. Похоже, теперь этот экспонат можно выставлять. А, вот, общий показатель реновации увеличен. Прогресс сбора экспонатов. Картина маслом. Нажмите. Что? Ключ к реновации музея лежит в поиске утраченных экспонатов. Управляя музеем, вы получите новые... Экспонат может принести дополнительные преимущества и особые бонусы. Ну, это неплохо, да? Не знаю, что за особые бонусы, но... Начать управление. Поехали. У нас кто-то есть новенький. А, вот мы получили завод... А, я понял. Неужели это все в один день? Столько всего интересного. Наем персонала. Я предлагаю вообще всех нанять. И вообще, в первую очередь, вот этого мужика за 2000. Он, по-моему, прям просто атас крутой. И вот этого сразу. Пусть они будут у меня в коллекции. И поехали. День 11. Общий показатель реновации. Доступны кандидаты. Отлично, пошло дело. Дополнительные цели. Улучшите главный зал интерьер до уровня 4 и выполните управление один раз. Главный зал интерьер. Что значит главный зал интерьер? Я не понял. Это что значит? Реклама для посетителей, образовательные материалы, проведение экскурсий. Ничего не понятно. За каждое завершение управления, так, история компании. Пушка, главный сдал экстерьер, пушка. До уровня 4, а у меня какие уровни там? А, у меня, кстати, все 4, а, у меня все 4. На тебе, у меня точно что-то будет сейчас. Но здесь все выполнено, смотрите, здесь эска стоит и здесь эска. Мы можем попробовать вот так вот бабахнуть. И, это я случайно, да, нажал сейчас? Мне нужно было сюда нажать, по-моему, а я нажал не туда. Я понял. Значит, у нас тут есть теперь проблемы. У нас теперь здесь не будет у нас эски. Угу. Где у нас есть проблемы? Вот здесь. Так. Мы наняли за 2000 мужика какого-то. Я думаю, он подойдет. Да, он подошел. Отлично. Начать управление. Пошло дело. Так, дополнительные цели. Это мы выполнили, нет еще? Да погодите. А, главный зал интерьера. Вот оно что. Вот здесь у нас... Да у нас здесь все на 4 уровень. Или я что-то где-то не понял? 4-4. А, может быть, здесь мне надо что-то улучшить? Хотя нет. Нет, погодите. Не спешите. У меня везде эски. Или вы хотите, чтобы я рискнул опять? А, я не знаю. Что, улучшаем? Давайте улучшать, ладно. Но у меня вон апокалипсис теперь полный. Ну, давайте хотя бы за 650 что-нибудь прокачаем еще. Все. Основная, так, ценность. Кто у нас самый ценный тут, я смотрите. Белла пусть отдыхает, походу. А, его нельзя, точно, я забыл. А, ё-моё, я случайно, случайно. Все сбилось, наших ребят сбили просто. Пэл не подойдет сюда. Да ладно тебе, серьезно, у меня никого нету, что ли? Это просто какой-то... какая-то жуть. Ах, ты ж не хватает. А вот сейчас хватает, все, пусть остается так. Здесь у нас есть трудности вообще по всем этим. Так, эти, они заняты. Образовательной ценности не хватает. У нас везде все это, да. Ну что, Беллу попробовать взять и попробовать поставить? Она тоже не дотягивает, ну это же глупо. Так. Попробовать переиграть с таким методом, смотрите. Беллу убираем. Как же чуть-чуть не хватает, а? Я все сбил, вот это так неприятно. Ну ладно, давайте пока так. У меня не хватит денег вообще ни на что, походу. Даже улучшение не пойдет. Ну,
Вот главный зал, интерьер, да, уровня 4. Я думаю, ты знаешь, что это такое? Ладно, поехали. Даже с такими ошибками, я думаю, мы как-нибудь мы сможем пройти. Дополнительные цели управления выполнены. Ух, есть! А, начать миссию. Еще одна миссия, что ли? Давайте я не буду читать тогда все вот эти диалоги. Там обычно как... Это столько времени. Ух ты! Изображенные на них вещи прекрасно дополнили бы главный зал. Однако они разбросаны по всему Белобогу. И боюсь, старику вроде меня их не собрать. Так, это... Ну, по идее, нам должны подсказать, где это находится. Если я буду все диалоги читать, я чувствую, это, блин, так, такая будет долгая миссия. Просто нереально. А где мне тебя найти-то? Ну, по идее, по карте можно было найти. Пушка, 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 пушка. Ну, скорее всего, на стене на какой-нибудь, смотрите. Это не то. Пушка, вот она, смотрите, это она. Нет, не она. О, пушка, вот она. Да, я скипу это все. Вы возвращаете экспонат в музей. На тебе. Я пушку притащил на своих двоих, если что. Сотрудники музея возвращают экспонат, размещают в нужном месте. Прекрасно. А это, кстати, бонус, и это дополнительная награда, которую мы получим. 3 из 5 выполнены, ничего себе. Я же даже не знаю, можно серию поделить на несколько частей или нет. Оу, oh, yeah. Так. Что у нас получается по вот этим ребятам? А, здесь мы уже не можем, да, за 12 тысяч мы не улучшим, конечно же. Здесь давайте вернемся вот к этой проблеме, потому что ее надо как-то повысить. Ой, зря это сделал. Ладно. Все равно 2 эски есть. Дополнительные цели. Улучшите главный зал экстерьера до 8 уровня. А, вот оно что. Это главный зал экстерьер до 8 уровня. А вот этот надо. 12 тысяч надо получить. Поехали. Чё себе, а... Ну, ладно. Погодите! Да это ж теперь получается... Вы же поняли, да? Новый сотрудник. А можно где-нибудь... А, и к ней надо идти. Зачем я бежал вообще все это время, непонятно. Так, ладно. Это опять же все эти разговоры скипаем, конечно же. Потому что это очень долго все. Так, найдите рис в Белобоге, погодите. Это надо что-то отдать им ей, что ли, или что? Ладно, я не знаю, что там, с чем это все связано. Безумное управление. Смотрите, сколько народу это, потому что, конечно, я постарался. Не было вообще, было пусто. Ладно, я шучу, конечно, издеваюсь. Так... Привет, сервал, привет, сервал. Теперь я чувствую, что ты будешь вместе с нами, да? А, нет еще, вы что, серьезно? Ребят, ну... Ладно. Давай начнем, что это значит? Я пропустил самое главное, да? Ну ладно, главное, что мы ее получили, ладно. Теперь мы хоть ее можем поставить куда-нибудь, начать управление. Столько наград уже, вы посмотрите, мы все получаем и получаем. На несколько часов это будет видео длиться, походу.
Управление музеем. День 14. Офигеть. Ай. О! Поехали. Я понимаю, что эски не будет у меня, но у меня, в принципе, выхода не было особо. Зато вот так можно сделать. Но у нас же теперь появился новый сотрудник, вы понимаете? Мы можем поиграться здесь. Эску мы здесь не трогаем, мы оставляем. Здесь давайте уберем ее и поставим ее. А, привлекательность для посетителей отвратительно. А мы можем, интересно, как-нибудь изменить этот показатель? У кого самый максимальный? 26, 30... Разницы никакой почти, да? Вот, кстати, у Джулиана, да, есть возможность на 36, но здесь все равно не хватит, даже если мы его поставим. Ладно, будет А, пусть будет А, потому что у нас нет выхода. Жесть как. А, 4500. Да все равно уже все дороже становится. Я понимаю, что я выполнил еще одно условие, кстати, начать миссию. Полетели. Еще одна миссия. Хультен, у меня для тебя хорошая новость. Я пришел тебе помочь. Видимо, еще один экспонат. Кстати, реально пушка стоит, смотрите. А, так, старая фотография. Центр... А, куда мне лететь? О, поселение роботов. Вопрос только... Что мне там делать-то надо? Вниз. Отыщите экспонаты со старой фотографии. Я фотографии не смотрел, поэтому экспонаты, скорее всего, мы нам придется вслепую искать. Но есть предположение, что, скорее всего, это где-то... Экспонат... Вот, этот экспонат. Я не знаю. Ой, да мне эти ребята мешают, что ли? Нет. Где? Я найду у тебя. Экспонат ты наш. Явно не экспонат. Только не бей. Ну, по-моему, тогда получается вот эта штуковина. Она была активна. Ох, как они прям... Ладно, сейчас мы от них быстро избавимся. А там две битвы у нас еще, представляете, там две битвы. Свинья! Поехали, стоять. Ладно, они сами с ней справятся, я думаю. Не такая уж она мощная. Видали? Не, свинья, когда появляется, приятно очень. Тут стонет меня, пожалуйста. Не, ну они прям вообще, они... Я не могу. Как же они назойливы, да? Это оно? Да, видимо, это оно. Мне нужно было подбежать просто к этой штуке. Но они, те ребята стоят прям, не дают возможности просто даже активировать. Так. Это у нас новый экспонат. Так-то. Это прекрасно. Не, ну, кстати, событие обалденное. Просто единственное, что надо было и разработчикам как-то поделить это по дням, а не все в одном. Потому что, например, вот снимать это очень тяжело. Серия будет огромная, просто невероятная. Так, прекрасно, мы это получили. Общий показатель реновации увеличивается. А, вы понимаете? О, мы, кстати, почти все сделали. Смотрите, там последнее осталось. Поехали, 15-й день. Мы, кстати, что-то выполнили, смотрите. Наймите смотрителя в количестве 10 штук и выполните один раз. Это у нас сейчас будет выполнено полностью. А сейчас, я думаю, что нам надо на показатель все поставить. Офигеть, не хватает. Офигеть, не хватает. Ладно, нормально, давайте так пойдем. Итоги управления.
Дополнительные цели выполнены. Я так и знал. А, начать миссию? Я тебя понял. Это, кстати, последний, получается, да, экспонат. Реставрация? Ух ты! Вот это интересно. А не то, что бегать просто так вот по всем этим местам. А, так. Вот так вот надо сделать. Эта штука не работает, это не работает. Так, так, так. Ну, типа реновация готова. Реставрация, прошу прощения. И реновация тоже. Ух ты, общий показатель. Начать миссию. А это-то что? В смысле? Я даже... Дайте мне залом поуправлять. Не дают мне залом управлять, а какие-то миссии все пошли. Так, куда мне теперь вести? Путь о реконструкции, главный зал. Что, все в смысле? Мы выполнили его? Походом. Смотрите, мы, получается, все награды получили здесь. Все награды главного зала. Здесь нам это предстоит сделать. Эти ребята к нам присоединятся. Вы понимаете, как долго я вообще это все наем? Давайте их просто нанимать. Вообще, от того, что они будут у нас в коллекции, на какой-то случай им определенно они могут нам помочь. 16-й день. Соберите 5 экспонатов, но мы это сделали. И здесь я думаю, что давайте вот так вот улучшим. Пусть будет эска. Да ладно, вы серьезно? Ай, ладно. Перкинс. У нас будет новое задание, что ли? Пока что нет, да? Деньги идут, поэтому давайте сразу еще сюда побахнем. Неужели не хватает? Ладно, поехали. Пока у нас АС работает, пусть будет так.